ФГБУ, дом офицеров Волгоградского гарнизона, Минобороны России, располагающийся в самом центре легендарного города-героя на Волге, является культурно-досуговым центром не только Волгоградского гарнизона, но и всего города и Волгоградской области. Дом офицеров Волгоградского гарнизона построен в 60-е годы 20 века по проекту архитектора Владимира Статуна. Здесь для военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского персонала, ветеранов войн и юнармейцев, а также горожан действует множество творческих коллективов, кружков и спортивных секций. Ежегодно в Доме офицеров проводятся до 150 различных мероприятий культурно-художественной, военно-патриотической и военно-прикладной направленности. Основной целью деятельности учреждения является формирование военнослужащих осознанной готовности к защите Отечества, верности патриотическому и воинскому долгу, дисциплинированности, гордости и ответственности за принадлежность к вооруженным силам Российской Федерации. На территории ФГБУ, Дом офицеров Волгоградского гарнизона Минобороны России, располагаются помещения библиотеки, которые состоят из трех помещений. Библиотека, книгохранилище, читальный зал. По штату в Доме офицеров содержится 7 должностей. Начальник дома, заведующий радиоузлом, бухгалтер, делопроизводитель, заведующий хозяйственной частью, заведующий библиотекой, библиотекарь. В здании имеется концертно-театральный зал на 820 мест со сценой, оборудованной поворотным кругом. 4 зала, в том числе 2 танцевальных зала, зал для проведения торжественных мероприятий, зал для проведения выставок, 22 кабинета для кружковой работы общей площадью 474 квадратных метра, спортивный зал площадью 439 квадратных метров. Количество обслуживаемого личного состава по культурно-досуговой работе 13,5 тысяч человек, в том числе военнослужащих 8,5 тысяч человек. В настоящее время в Доме офицеров в соответствии с уставом работает 17 кружков, ансамблей, студий и клубов по интересам, такие как шоу-группа Best Jam, ансамбль казачьей песни «Браты», шоу-группа «Диви Шоу». Работают 6 организаций ветеранов военной службы вооруженных сил Российской Федерации и других силовых структур. Общероссийская общественная организация ветеранов, Всероссийский союз ветеранов Волгоградского регионального отделения, Волгоградский областной комитет ветеранов. Волгоградское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил Российской Федерации. Волгоградское областное общественное движение, Комитет защиты ветеранов военной службы и других силовых структур. Дом офицеров взаимодействует с общественными организациями. Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск, Союз десантников России. Волгоградская региональная общественная организация, Общероссийская общественная организация, Российский союз ветеранов Афганистана. Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам, региональное отделение по Волгоградской области. Кроме того, в настоящее время имеется 3 арендатора, один из которых – филиал Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб армии», арендуемая площадь 652,6 квадратных метра.